Подруга. Вот, дорогие друзья, я вам хочу показать вот эту маленькую змейку, которая заползла во двор. Она заползла с моря. И вот, как мы видим, она немножко нервничает. То есть она как бы немножко потеряна. Она, как бы сказать, не в своей среде. Я бы сказал, что у нее сейчас состояние истерическое. Поэтому, дорогие друзья, я вам рекомендую, когда вы увидите в вашем дворе, например, змею, то не надо ее сразу убивать, там, бить ее. Почему? Потому что она уже вот нервничает, да? Просто ей, может, надо все-таки стоит дать змее уползти. И вот она, вот сейчас вот, если вы посмотрите, она все-таки ищет вот выход куда-то уползти, да? Вот моя рекомендация, не убивайте змеек, не бейте их, просто они пусть уползают в свою, как бы, среду, и все будет хорошо. Вот это моя рекомендация.